Стальной хват России, привет огромный. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Саша Пилосов, огромный привет всем твоим друзьям, родным, близким, родственникам. Спасибо большое за участие, за предоставление твистеров. Очень, очень приятно, что вот ты к нам вот так отнесся, решил, что мы заслуживаем вот подарков таких. Значит, красный, ред, который считают из немецкой проволоки, хотя, по идее, это, может быть, она и немецкая, но и Хуни 120 одинаковый, это копия. Только что, минут 20 назад, Анатолич закрыл Gold 110 килограмм, вот они его характеристики. А вот, пожалуйста, две характеристики Хуни 120 и Реда 110, который, в общем-то, директор завода решил переименовать в Ред 120. Вам, в общем-то, не кажется, что это абсолютно одинаковые твистера, только покрашенные в разные краски, разным цветом. Анатолич сказал, хватит пока убивать руки. И закроем через бедро на количество. Для всех. Ребята, у кого есть Red 110-120, берете, как Анатолич, одеваете. Одеваете определенную защиту, вот эти вот хомутки. Нормально держатся. Ставите ногу, бедро, и на количество вот убирает. Руки большие, запястья большие, сделаны вот эти вот защитки, чтобы удержать кисти получше. Маленькие, короткие, поэтому... Давай, Анатолич, поэтому вот так, через бедро. 120 Red новый, еще ни разу не закрывали. Вчера я не потянул. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Ребят, 12 раз через бедро. Я вам скажу, что то, что это тяжело, это я ничего не говорю. Все, у кого есть на руках, все ребята, попробуйте. Поделитесь с нами видео, ну, либо напишите. Я думаю, что на данный момент... Через бедро я его на раз не подниму. У меня рекорд с Хунью 120, ну, уже, скажем так, прожатым. На два раза, но третий не закрыл. 12 раз. Новый Хауинг. Ред. От Александра Анатольевича. Здоровья, удачи, тренируемся. Показываем свои рекорды. Да, свои результаты. Все, Саша, спасибо огромное. Все, пока.